Брови – это лицо лица. Сегодняшний день брови, мне кажется, это самое главное, что вообще есть. Добавляешь бровки, и взгляд сразу меняется. Он освежается. Благодаря бровям можно сделать, ну, абсолютно все. На самом деле это началось с личной проблемы, потому что у меня своих бровей практически нет. Вот, поэтому мне хотелось узнать, как делать их себе. А потом смотрю на других, хочется тоже как-то вот приукрасить, помочь найти свою форму. Именно так и началась история Brow Scent. Под этим брендом теперь будут выпускаться мастера-бровисты. Идеальная форма, безупречный оттенок бровей – на сегодняшний день, пожалуй, главные приметы современного внешнего вида. Именно поэтому мастера архитектуры бровей сегодня так востребованы. Конечно, девушка всегда может все. И дома мы можем и маникюр сделать, и можем себе укладку, и брови, и макияж. Но благодаря опытному мастеру, который возьмет все в свои руки и сделает то, что ты хочешь, то, что подходит твоему лицу, ты такого, конечно, дома не повторишь. И, несомненно, надо хотя бы один раз, но в своей жизни сходить к мастеру профессиональному, чтобы тебе сделали брови, показали, как надо краситься, где надо затемнять, где надо их поднимать. А потом ты уже можешь поддерживать это, конечно, дома. Но руку мастера ты не забудешь никогда. Если визажист готовит образ на один день для особого случая, то задача мастера-бровиста – создать форму, которая останется с клиенткой и завтра, и послезавтра, и все последующие дни до нового визита в салон. Когда ко мне девушка приходит на брови, мы с ней, если у нее действительно есть проблема поддерживать форму, мы с ней садимся, разбираемся, как правильно ее себе отстроить дома, чтобы ее поддерживать. Но нужно понимать, что девочки, которые учатся, к сожалению, можно отучиться, но не каждой это дано. А хорошего специалиста видит клиент. Буду этого стесняться. Профессионалов сейчас вот буквально надо вот выискивать, кто действительно владеет всеми техниками, кто знает, какой тон нужен, который действительно чувствует то, что хочет клиент. Там же нужно подбирать под цвет кожи, под цвет глаз, под все. Обучиться всем этим нюансам можно в рамках расширенного курса Brow Scent, преподаватели которого знают о бровях все. У меня более расширенные программы, которые как раз-таки нацелены на результат сразу после. Двухдневный курс, он все-таки остался, и сейчас появилась программа на 7 занятий и на 5 недель. Но в 5-недельном курсе там 3 спикера, а я занимаю 2 недели. Одна неделя у нас на мастер перманентного макияжа, визажист и бровист также. И третий спикер – это у нас специалист по маркетингу, по продвижению, отстройка от конкурентов. То есть у него также есть практические занятия, где мы подробно все разбираем, настраиваем. И уже выпускаем не просто мастера, а который уже действительно встал на ноги и уже после выпуска сразу может себя зарекомендовать. Теория, много практики и продвижение личного бренда. Так вкратце можно описать успешную карьеру специалиста индустрии красоты. На самом же деле требований к хорошему мастеру гораздо больше. Чувство стиля, терпение, ответственность, коммуникабельность и, конечно же, любовь к своему делу.